Значит, сегодня, как все знают, начало съезда, да, и для нас, для всех, для команды, для ассоциации, для членов ассоциации это является очень важным таким событием. Вот, и действительно, за это время сотрудничества мы очень многое приобрели от контакта с замечательными людьми, которых, ну, Дмитрий Викторович собрал вокруг себя. Ну, понятно, что много людей сами собирались вокруг, вот, но тревога хочется... Тревога о себе нарастает. Да-да-да, но это как раз в дополнение. Вот, вы подняли мою тревогу, потому что я выступала после вас, это слишком сложно. Вот, поэтому как бы я поднимаю тревогу вам. Да-да-да, вы же любите. Практически, занятия. Да. Вот, хочется сказать от всех нас, от команды нашей, вашей общей, в общем, нашей команды, огромное спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что мы организовали все вместе. И как бы это не только к съезду, это вот от нас такой небольшой подарок. Уже не прощаемся, можно аккуратно открыть. Нет, мы начинаем. Просто на съезде, это как, ну, в смысле, на пленарном заседании как-то уже будет так все более, более официально там с вашей стороны, а как бы тут хотелось бы это как-то вот в вашу сторону сделать и сказать огромное спасибо. Вот. С благодарностью. Чуть-чуть вот так вот. Выпил тоже. О, замечательно. И пора в ней. Отлично, о, молодцы. Это в музее. И с этим объектом. Да, ну у нас много уже объектов, это как бы еще один такой, который можно... Что там написано? Спасибо. Там написано с уважением и благодарностью от вашей команды. Ну, то есть вот от нас всех.